Привет, это игра под названием Пенумбра, Некролог. Так, и мы продолжаем. Тут вот записка. 8 сентября. Наконец-то я могу спать спокойно. Это, наверное, продолжение дневника того мужика. Вы хорошо позаботились об этом проклятом месте и отгородились от него как следует. Я даже не пожалел денег и заказал специальный замок с паролем. Теперь нам ничего не угрожает. Целый месяц без происшествий, хотя кое-что все-таки стоит упомянуть. Мои работники вновь нашли какой-то древний артефакт. На этот раз находка оказалась совершенно безвредной. Мне кажется, что этот предмет имеет то же происхождение, что и артефакт, найденный нами в августе. Я принял необходимые меры предосторожности и спрятал предмет в укромном месте. 26 ноября. Все хуже и хуже. В рядах нашего коллектива царят упаднические настроения. Многие рабочие пьянствуют и не выполняют установленные нормы добычи руды. Нарушается трудовая дисциплина. Я всеми силами пытаюсь удержать контроль над ситуацией и восстановить порядок. Хорошо, что среди нас все еще остались здравомыслящие люди. Я веду свою борьбу не в одиночку. 1 декабря. Тревожные вести приходят с большой земли. Грядет война. Неделю назад к нам прибыли военные. Часть шахты была превращена в бункер для британского командования. Что же будет дальше? А ты чего не разбилась, а? А чего она такая крепкая? Ой. А ну, хотя можно это с собой таскать. Это вместо фонаря будет. Ну да, неплохо. Вспомнить бы, где я был, где не был. Вот это вот что? Сюда надо артефакт вставить. Да, я уже такое проходил. Потом меня откатит, и я, наверное, смогу пройти через какую-нибудь штуку, где сейчас завалено. Ладно, давай. Вот это вот можно все поджигать. Мне не сложно. Тут ничего такого нет. Вот лампа. Хотя теперь у меня есть своя переносная. Это не важно. Так-то и без нее здесь нормально. Так, я тогда вот так вот вышел, да? Я хочу сбегать еще посмотреть здесь. Что? Я ничего не пропустил. Здесь я взял записку. Вот так вот побежал. Бежал я отсюда. Карта. Дохлая псина. Да, вроде ничего не пропустил, но это не точно. Бежим. Ладно, наверное, лучше поджигать. Так я хотя бы понимаю, где я был. А где не был. Конечно, с той лампой тоже классно. Но я их могу снимать. Так, тут сохранялочка. Это я запомнил. Обезболивающее очередное. Мне не становится лучше? А вот так? Нет? Давай сохранимся. Нужно идти глубже, пока не найдешь выход. Тут псина где-то. Или это... шепот чей-то. Блин, не знаю, во всяком случае не очень приятно. От такого и в штаны можно наделать. Не открывается, а здесь у нас что? А я могу все это поджечь? Е-е-е. Там впереди кто-то есть. Да ну вы офигели, я только поджег. Да блин.
Я точно не здесь был, в первой части. Потому что там тоже были шахты, тоже такая фигня. Только там еще молоток был. И можно было собак убивать. Потом они такую возможность убрали. Блин, тут переход. Я не знаю, он работает, нет? Мне кажется, нет. Заклинило. Блин, мне придется идти туда. Я не хочу. Старые мешки. Там наверняка будет псина эта глупая. Ладно, идем. Ничего здесь нет. Ничего не упустил, не пропустил. Там записка. Чё за фигня? Ах ты чмо. Почитаем. Первая запись, чертовы шахтеры. У нас общая цель. Мы должны быть командой, говорят они. Только я не могу вписаться ни в команду, ни в цель. Вместо того, чтобы найти общий язык, один из шахтеров по имени Томас Слишер по просьбе управляющего шахтой скинул меня. По просьбе нашего управляющего в этот подвал за то, что я якобы много пью и устраиваю дебоши. Этот глупец не учел тот факт, что это помещение предназначено именно для склада вин и других крепких напитков, так что все не так уж и плохо. Бог знает, сколько мне тут еще сидеть, но компания пары забавных крыс и около 2 дюжин бутылок мне симпатична гораздо больше, чем общество этих ангелов слепого правосудия. Вторая запись. Выслушал очередную лекцию Эдварда Ландена, нашего смотрителя. Один из нас уже заработал цирроз и скончался. Ты хочешь закончить так же? Сказал он мне. Какие глупости. Изо всех сил он выдавливает свои умные слова, но выглядит от этого еще глупее. В общем, они придумали что-то вроде испытания для меня. Похоже, что Томас знал о запасах вина и поэтому не отказался запереть меня здесь. Здешних запасов хватило бы на несколько десятков человек, однако все предоставили мне одному. Смысл в том, что выйду я отсюда, только если перестану пить. А если нет, то умру либо сам по себе, либо от вина. Третья запись. Сегодня мне хорошо, вино еще есть, напился вдоволь. Какой я идиот, что же мне делать? Наверное, я заслужил такой участи. Но, с другой стороны, я хочу искупить вину. Вино. Ах, как сладко это слово, вина. Как вино, только вина. Я обожаю вино, но вину нет. Четвертая запись. Сегодня удивительный день. Я проснулся, а ни голосов, ни шума сверху, ничего нет. Странно. Куда все подевались? Бросили меня сюда и ушли? Подонки, я даже не знаю, что мне теперь делать. Придется допивать вино. Пусть и роз, пусть пауки, что шелестят тут, уже не избежать смерти. Фарад Салтан, работник шахты. Блин, и тут еще тупой паук за мной прыгает. И не один. Подонки, отвалите. Может, мне надо было подниматься, но я хотел посмотреть, что есть внизу еще. Так, я у сохранялки. Блин, не туда. Ой, бред. Я ведь не могу их мочить. По сути-то, что мне вообще делать? Надо открыть ее. Но мне нужен ключ. Я рассчитывал там найти ключ как раз. Или артефакт. Мне ведь он нужен. Не открывается. Что же делать? Ладно, я сейчас пойду опять вниз. Блин, где проход? Я не знаю, я могу обратно забраться? Сейчас я проверю.
Да, спокойно. Но тут же должен был этот мужик сдохнуть, нет? Видимо, он выбрался. Может, они света боятся? Тут нет тайного прохода. Короче, тут нечего делать. А чего они в прошлый раз нападали, а теперь не нападают? Что за фигня? Ладно, я тут, наверное, просто так время теряю. Потому что найти я ничего не могу. Да, блин, ты уже и запрыгнуть не хочешь. Ты глупыш или да? Ну, ставь сверху. Тогда непонятно, что мне делать. Для чего я вот сюда приходил? Ради глупой записки? Да блин, подожги просто. Неужели так сложно? Пусть будет везде свет. Даже здесь. Хотя тут и так есть лампа. Может, тут есть какой-нибудь проходик? Странно. Лестница, например, есть. Ну почему заклинило? Секретик. Странный артефакт. Действительно. Ладно, я тогда назад сейчас пойду. Раз тут делать нечего. Блин, может, я реально что-то пропустил. Я не знаю. Но здесь я вообще ничего не сделал. Ничего не нашел. Странненько. Может, здесь что-нибудь? Ладно. Пока что я просто потратил время бесполезно. Это склад. Ага. Это мне ничего не дало. Вот здесь я был. Наверное, был. Да блин, ты не можешь достать, что ли? Да, я здесь был. Теперь я у жилого сектора. Это у нас закрыто. Что там написано? Вспомогательная шахта.
теперь я здесь. Тут дохлая собака. Просто так ли она лежит или нет? Но ключа я там никакого не вижу. Можно пойти сюда. Здесь я взял записку. Да блин, наверное, там что-то надо делать. А что? У меня ведь нет артефакта. Ладно, я сейчас побегаю, поищу. Я вернулся сюда. Наверху наверняка есть что-нибудь полезное. И вот здесь я вижу лестницу, можно прицепить. Я так и знал, что что-то тут надо делать. А еще я так и думал, что лестница нужна. Потому что обычно... Но это еще не факт, надо проверить. Но как раз таки вот обычно, когда так валяется какая-нибудь лестница или что-то такое... О, нет. Ее можно куда-нибудь устроить. Но меня смутил тот факт, что там еще две лестницы. Я не туда притащил? Где это было? Вот. Блин, серьезно? А, нет, вот. О, я надеюсь, тут что-нибудь полезное. Серьезно. Тут ничего нет. Бред. Может, его разбить надо? Ну да, такие не разбиваются. Да блин, ты глупый, что ли? Разбился. Магнит. Причем два магнита. Как это произошло? Я без понятия. Два магнита? Почему их два? Может, это должно спавниться случайным образом? Как и все тут вещи. И этот заспавнился случайно в этом? Может, не случайно? Не знаю. Но для чего мне магнит, я вообще без понятия. Теперь надо разобраться с этим местом. Я хочу еще раз его осмотреть. Вряд ли там только ради записки надо лезть, я не знаю. Этот же мужик как-то выбрался. Тут ничего. Да? Смотрим внимательно, откуда я пришел. Так. Отстой. Ничего нет, ладно. Пойдем обратно. Кто вообще закрыл? Стоп. Ясно, я пришел не отсюда. Я об этом даже не думал, что здесь может быть такой второй выход. Что за фигня? Голубой артефакт. Ну вот, это необходимая фигня. Больше ничего? Двери я открыть не могу, но артефакта мне хватает. Это может мне помочь. Блин, ладно, хоть какое-то продвижение, надо сохраниться.
Так, бежим к тому месту. Ставим артефакт. Но вряд ли мы отсюда свалим. Потому что там закрытая дверь. И мне, скорее всего, туда. А вот здесь, возможно, просто какой-то кабинетик. Да в смысле? О чем ты думаешь? Вставляй. Так, стоп, где я? Вот здесь я поставил, да, вот это как раз дверь. Мне надо что-то найти, что это? Неосторожное обращение со взрывчаткой могло послужить причиной обвала. Может, надо ее вытащить отсюда? Ага. И где эта взрывчатка, которую я вытащил? Что за беспредел? О, ключ! А ты любишь домашних животных? Отлично, здесь мы нашли ключ. Блин, легче было просто эту дверь... А хотя нет. Ну да, легче ту дверь просто выломать, чем возвращаться в прошлое. Все исправлять. Где та дверь? Блин, та псина встала. Бежим. Блин, куда бежать-то? Так и знал, что она встанет. Опа. Все, меня нет. Вспомогательная шахта. И тут нужна комбинация. Ой. Можно попробовать вернуться в жилой сектор. На складе я был только что, да? Потому что все остальное я облазил. Блин. Отстой какой-то получается. Ты чё, псина, сюда приперлась? Вот, это несправедливость. Почему? Она идет туда, где я нахожусь. Да блин, отвали, шавка глупая. Отстой. Тупая псина. Отвали. Сейчас направо вроде, да? Вот. Ну я здесь хотя вроде тоже качественно все осматривал. Давай подвигаем. Это что? Сломался ящик. Вряд ли это комбинация, это номер какой-то. Ладно, здесь еще у нас что-то. Двигать ничего не могу. Здесь у нас никаких потайных проходов. Тут у нас туалет. Хотя, может, здесь... Спрятано. Давай, лети вниз. Наверное, нет. Ой. А если не здесь, то где? Вот здесь я начал, да? Это все я открывал. Можно просто поджечь. Может, где-нибудь высветится комбинация. Мне осталось
Немного, и я бы свалил отсюда, но нет. Кодовый замок, серьезно. Серьезно. Да тут нет нифига. Огромная паутина. Может, ее сжечь надо? Блин, не рация. Не получится, если так. Жесть. Ладно, трогаем все по порядку. Шкаф я двигать не могу. Тут, видимо, кровь кто-то убирал. Но так и не смог. Это у нас что? Это фигня, с которой нельзя взаимодействовать. Можно сохраниться. Это что? Различные отчеты, журналы, смена, прочие документы. Все это теперь совершенно бесполезно. Ну, вообще супер. О, машинкой можно пользоваться. Ну и грязи же тут. Такое ощущение, что кто-то намеренно замазал это место, пытаясь скрыть некую тайну. Нет, тряпка есть. Мое предположение оказалось верным. Под слоем грязи находится какое-то зашифрованное сообщение. Я перерисовал символы в свой блокнот на всякий случай. Блин. А как это расшифровывать-то? Может... А хотя нет. Или да. 3. 7, например. 2. 5, 1. Я попробую. Если действительно надо считать эти палочки. Это, скорее всего, комбинация как раз. Потому что другого ничего я не находил. Идем. Идем, идем, идем. Это где-то слева было? Я точно не помню. Да, слева. Так. Сколько я там насчитал? 7, я помню. 7, 2, 5, 1. 7, 2, 7, 2, 5, 1. 7, 2, 5, 1. Да как нет? Что за фигня? Как это тогда работает? А может, это тоже два только? Как бы две палочки сложены. А, или... Типа раз, два, три... Вот это может четыре? Раз, два... Три... Четыре, два, три, один? Не знаю. Четыре, два, три, один... Как это работает? Попробуй угадай теперь. Может, вот это за одну считается, типа она соединена, тогда будет три. Вот это, наверное, две разные, которые соединены. Например, 3-2. 3-1. 3-2, 3-1, может попробовать. Да, боже. Это надолго. Может, я просто чего-то не догоняю. И это на самом деле очень просто. У меня есть какие-нибудь записки там? Ну, это фоточки. Не, где заметки? Ничего про комбинацию не писал? Ох... Может, это перевернуть надо как-то? Непонятно. Может, это тоже как одна идет? Что за бред? Мне нужна пауза. Возможно, здесь вот эти концы надо посчитать.
Тогда здесь также 7. Здесь 3. Раз, два, три. Здесь 5, а здесь 2. 7, 3, 5, 2. Серьезно? Что за тупизм? Ладно, я остальные все попытки вырежу. У меня осталась эта фигня. Это тупизм. 7, 3, 5, 2, серьезно? Почему тогда вот это вот не считается пересечение? Вот это? Вот это? Что за бред? Бредятина. Это тупая загадка. Я вообще этот вариант попробовал из-за того, что просто больше ничего не осталось. Такая тупость. Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Я уже задолбался эту комбинацию подбирать. Пока.